Вторая серия у нас про вот эту вмятинку. Я побоялся, потому что капотик крашеный, и можно себе, так сказать, сделать мнение, что вроде делается, а потом взять и на последнем этапе, тут она, грубо говоря, сантиметр в диаметре, вот эта красота, и потом всю работу испортить. Поэтому не торопясь, вот она поездила, сколько там? А? Две недели. Две недели, да, вот хозяин говорит. И сейчас попытаемся ее доделать потихоньку. Ну что, вот здесь у нас такой образовался порожек. Как бы его надо убрать. Вот, и вот здесь чуть-чуть. Сейчас попробуем, чуть поклеимся, но аккуратно, 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 аккуратно. Почему? Потому что капотик крашеный. Вот, надо аккуратно. Вот так вот будем потихоньку, потихоньку. Очень нежно нянчить. Я даже, грубо говоря, не буду ни на отрыв, ни на чего. Я вот именно так буду нянчить. Чуть-чуть пытаться, скажем так, толкнуть. Вот. Потому что все тут нежное, все тут подкрашенное. Вот. Именно поиграться, что пойдет. Вот. Максимальный ход я... Видите, вот замыкается. А отрыва не происходит. Я сейчас еще чуть-чуть вот подтянул. Опять. Потому что все тут очень нежное. Все ходит, играет. Вот потихонечку, потихонечку вот отошло. Сейчас посмотрим. Вот так вот. Потихоньку, помаленьку. Вот чуть-чуть. Приподнял я ее. Сейчас вот здесь и вот здесь потихоньку буду ставить, а потом чуть пробивать. Это кажется, что шишка большая, на самом деле за ней вот она ямка, которую надо теперь убирать. Вот следующий момент. Вот здесь вот такая вот овальная вмятинка. Вот ее сейчас чуть она пристынет. Будем тоже нянчить. Очень нежно, очень-очень потихонечку. Вот вылет большой. Сейчас убираем на самый минимум, чтобы... Тут клей я слабенько приклеил, чтобы не перетянуть. Да, уже чуть поднимается. Ладно, сниму потом на финише. Маленький прикол. Вот, ставлю нежно-нежно вот так потягушечками тяну, и что получается? Грибок порвал. Но у меня запасные, слава богу, есть. Вот, дело не в этом. Просто-напросто удивительно, что нежно-нежно-нежно им занимался, и он вот так порвался. Ну, что делать? Он свое отработал. Вот, и отработал отлично. Сейчас достанем другой из запасничка, слава богу. Запас у меня есть. И будем работать дальше. Особо, конечно, снять красиво не получается. Вот оно, это место у нас. Но уже что-то похожее на то, что должно быть. Чтобы поднять дальше, тут маленькую вмятинку. Такой же грибочек, только новенький. Из запасников, так сказать. Опять же, будем очень нежно-нежно. Тут поднимать надо полмиллиметра туда, полмиллиметра сюда. Чуть-чуть тут маленькая пожеванность, конечно, есть. Но это уже несущественно. Тем более, что цвет беленький, он все прощает.
Ну, вот такая вот эпопея с ямкой. Слава богу, ничего нигде не треснуло. Ничего, конечно, тут и фен нам помогал. Вот такие вот дела. Вот он полировальничек. Чуть мы полирнули. Вот, все-таки. Ну, все, теперь все блестит, как у кота глаза. Во. Ну, как-то так. Вот он, счастливый хозяин. Нормально все? Ну вот, это хорошо. Главное, чтобы все были довольны. Ну вот, на улице посмотрим. Раньше было видно. Вот, а теперь ничего не видно.